Главным управлением регионального МЧС проводились республиканские соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. За победу в номинации «Лучшая команда» боролись 19 команд пожарно-спасательных частей со всей Тувы. В состав одной команды входили 4 человека. Это 3 пожарных или спасателя, имеющих соответствующую подготовку, и 1 водитель. Перед участниками соревнований стояла задача извлечь пострадавших из автомобиля, поврежденного в ходе условного ДТП. Все действия по спасению необходимо было проделать как можно быстрее и при этом совершить минимум ошибок. За каждое неправильное действие пожарно-спасательным подразделениям начислялись штрафные баллы. Так, по итогам соревнований, первое место завоевала команда пожарно-спасательной части номер 4 города Ак-Довурак. Второе место присудили пожарно-спасательной части номер 6 Зунхимческого района. И третье место у пожарно-спасательной части номер 1 города Кызыла.